Да, я тебе покажу. Не срезай, зачем? Вот, подымай. Вот, подымай. Вот клюв, видишь? Вот. А, все. Понятно? Ты это вот выдвигаешь просто. Да, вот он его. Вот. Да, он все теперь нормально. Не надо, он держит. Это он нитку и должен держать. Крутите на место. Все, давай. Обрежь ту нитку-то. Вот это? Да. Обрезай. Че делаешь? Фу, блядь. Подкащик, блядь. Да. Он заново подаст. Кто? Так она и есть, он ее двигать, эту нитку будет. А второй конец заново подаст и завяжет. Понимаешь как, нет? То есть сейчас он эту нитку... Если бы я сейчас обрезал, он бы это уже пропустил бы... То лезть. Тебе бы пришлось бы лезть туда, привязывать нитку, и снова, чтобы он ее закинул сюда. Понимаешь? Он тяжело ее высунуть, да? Да. То есть сейчас он держит вот этой... Ага. Эту нитку, край. И теперь он, ты будешь все напихать туда, он ее будет набивать, и нитка будет уходить, формируя тюк. А второй конец он еще раз подаст, завяжет его и обрежет. Не, ну с два концами, блядь, это уже шикарно. Да. Уже, а хули, чтоб один еб... Сука. Да? А другой отдыхал, да? А можно сразу, чтоб два хуюжили, да. Не знаю. А так столько дырок там нету. Или есть? Так двухстволки же, баба. А-а-а. А ты про Игоря говоришь, что ли? Чё, блядь?